А почему вы никогда не спрашиваете, как у меня дела? И как ваши дела? Ой, Сонечка, не спрашивайте. А как ваша головная боль? А, ушел играть в шахматы. Кстати, а как ваш роман? Ой, тетя Роза, этот подлец бросил меня, и я осталась одна с мужем. Ну так, деточка моя, это ж очень даже хорошо. Послушайте сюда. Для того, чтобы прибить полку, тут можно и соседа позвать. А вот наорать, что криво прибито, вот тут уже таки нужен муж. Вау! Да. Ой, тетя Роза, а что это у вас там в медальоне? Меня любопытно аж до слез. Сонечка, там кудри дяди Фимы. А что, дяди Фимы нет? Фу на вас! Конечно, дядя Фима есть. Вот кудрей уже давно нет. Тетя Роза, а вот вы никогда не жалели, что вышли замуж за дядю Фиму? Ну что ж, я не человек, что ли? Ну, конечно, его жалко, а куда его теперь девать? А вот скажите мне, вы вот так давно вместе, вы вот хотя бы раз, хотя бы мысленно изменяли дяде Фиме? Софа, честно, мысленно ни разу. Папочка, я была в молодости такая дура. Ой, тетя Роза, вы сейчас очень молодо выглядите. Ой, ой, ой,